Очень многие любят играть в игры, но герои этих картин разлюбят их навсегда. Конечно, при условии, что смогут выжить. С вами Scary Movie, и сегодня у нас в меню 10 лучших картин про игры на выживание. В нашей же игре все просто, достаточно лишь нажать кнопку подписаться на канал. Поехали! 10 место. Эксперимент за стеклом. Разношерстная команда интернет-знаменитостей прибывает в загадочный особняк, где ведется съемка нового реалити-шоу, трансляция которого идет круглые сутки. 5 миллионов долларов в качестве основного приза мотивирует героев проявлять свои лучшие качества, однако никто из участников не знает, что по задумке автора в живых останется только один из них. 9 место. 9 в списке мертвых. Группа незнакомых людей оказывается в одном помещении, не имея понятия, как они сюда попали. Вскоре выясняется, что за этим стоит таинственный маньяк в маске, который заявляет, что будет убивать по одному человеку каждые 10 минут до тех пор, пока герои не выяснят, что же их связывает между собой. В этой опасной игре им предстоит ежеминутно бороться за выживание, пытаясь распутать паутину событий, которые привели их в это ужасное место. 8 место. 13 грехов. Рядовой сотрудник службы социального обеспечения получает анонимный телефонный звонок с предложением принять участие в новом реалити-шоу. Условия просты – выполнять задания и получать за это деньги. Казалось бы, ничего сложного, но с каждым новым звонком герой все больше заходит за грань человеческой морали, а точка невозврата была пройдена с выполнением первого задания. 7 место. Западня Ферма. Четверо математиков не подозревали о существовании друг друга, пока таинственный незнакомец не собрал их вместе для решения одной трудной головоломки. После ужина хозяин неожиданно уезжает, оставив гостей в доме, выйти из которого невозможно. Так они становятся жертвами безумца, решившего поиграть с ними в игры разума. А если затягивать с правильными ответами на загадки, стены комнаты сужаются многократно быстрее. 6 место. Клаустрофобы. Группа из 6 незнакомцев получает приглашение на участие в захватывающем квесте, победитель которого получит крупный денежный приз. Все они решают попытать удачу и вступают в игру, предвкушая весело проведенное время. Вскоре то, что начиналось как невинная забава, превращается в настоящий кошмар, когда участники квеста понимают, что каждая комната представляет собой сложную смертельную ловушку. 5 место. Охота. В этом случае наши герои приходят в сознание с кляпами во рту посреди дикой местности, не помнящие, как здесь очутились, но подозревающие, что вляпались в скверную историю. Вскоре выясняется, что им не посчастливилось стать живыми мишенями в ежегодном развлечении для зажиточных американцев, устраивающих охоту на людей из низших социальных слоев, которых никто не будет искать. 4 место. Я иду искать. Грейс не могла поверить своему счастью, когда богатый и симпатичный наследник аристократического рода Алекс выбрал ее в качестве будущей жены. После торжественной свадебной церемонии и знакомства с родственниками, девушке предложили сыграть в прятки, чтобы пройти древний обряд посвящения в семью. Правда, прятаться придется ей, а вооруженные члены сумасшедшей семейки будут на нее охотиться. 3 место. Хижина в лесу. Занятный хоррор и стёб над жанром в одном флаконе. Компания из 5 студентов отправляется на выходные в лесной домик, который недавно купил брат одного из них, подальше от учебы, где можно оторваться по-настоящему. Слегка поднабравшись, ребята обнаруживают дверь в подвал, где находят странную книгу и читают вслух заклинание, которое выпускает на волю полчища зомби. И это только начало невообразимых ужасов, с которыми придется столкнуться незадачливым студентам. 2 место. Куб. 6 человек, принадлежащих к совершенно разным слоям общества, однажды просыпаются в странной кубической комнате. На каждой грани расположен люк, ведущий в аналогичную комнату. Вскоре герои понимают, что таких кубов тысячи, а различаются они только смертоносными ловушками. У каждого из них есть определенные навыки, которые помогают разгадывать головоломки. Но главный вопрос, на который участники странного эксперимента ищут ответ – почему именно они оказались заперты в огромном сооружении? 1 место.
«Пила. Игра на выживание». Ну и, конечно же, лента, которая своим успехом породила массу попыток этот успех повторить. К слову, множество интересного про эту франшизу мы рассказывали в отдельном видео. Два незнакомца просыпаются в подвале, где лежит человек с простреленной головой и пистолетом в руке. Они прикованы к стенам цепями и не помнят, как тут оказались. Голос с найденной пленки велит одному из них выбрать – убить товарища по несчастью или дать умереть своей жене и дочери. Так начинается жестокая игра, у невольных участников которой есть всего лишь 7 часов. На просмотр ленты стопа у вас времени будет куда больше, ну а с новым роликом мы вернемся очень скоро. Смотрите только хорошее кино и до скорых встреч. Пока!